трогай. Говорит, не трогай за попу. А все, ладно, ладно. И цыпочки. Цыпочки. Какие же вы симпатичные. Так, белки, значит, у нас. Так, что за белки такие? Больше на крыс похожи. Это тоже белки? И это белки. Какие-то сплошные белки, которые похожи на хомяков. Коза. Ты чего тут с королями живешь? Потому что гусь свинья не товарищ? Почему с кроликами живешь? Как тебе угораздило поселиться с этими ушастыми? Ты же коза. Так, это у нас упоротый дракон. А вон там повесившаяся принцесса. На самом деле она там прикручена, но выглядит с определенного ракурса, как будто повесилась. Вот тут у нас на стенах настоящие аммониты. Их в Адыгее находят целыми кучами. Как напоминание о древнем океане Тетис. Ну что же это за красотища хвостом виляет тут, а? Боже мой, вот это сисы там свисают. Сколько штук, можно обалдеть. И это деревяшечка. Тут много чего сделано из дерева. Вот глазки приделал, уже змея. По-моему, классно. А еще тут есть, знаете что? Еще тут есть бюст Ленина. Уж не знаю, как он сюда попал. В такую компанию шикарную. Вот посмотрите, вот здесь вот. Вот какая шикарная у него тут компания. У Ленина. Ну вообще шикарное место, мне нравится. Записывайте себе.